Мне кажется, ему там нормально, да? Хлебушек, ты что делаешь? Хлебушек, что, бессмертный или что? Ты смотри на него, он бессмертный! Что происходит? Он бессмертный! Он залаган уже, посмотри на его пи... А, нет, он был нормальный. Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в самую наркоманскую рубрику, серию и сборище подписчиков на этой планете. Мы вернулись с самого лучшего ютубера, майнкрафтера, подписчика, подписчицу и прочим вот эту всю билиберду. Вы просили, я выпускаю, потому что в прошлой серии было вот прям, вот столько наркомании, я думаю, то, что в этой серии будет еще больше, потому что в этой серии на одного участника у нас больше, кого здесь только нет. Мия, любимая всеми Аляша, наша звезда Мунстр, Никич, Стасик, Хлебушек и, естественно, Константин Петрович. И тянуть кого-то там за что-то мы не будем, потому что мы сразу же начинаем. Первый раунд, погнали. Вы, конечно, мне оставили всего лишь 4 сердечка, но это ничего страшного. Давайте. Стасик, в прошлой серии ты выиграла. Посмотрим, сможешь ты выиграть в этой серии. Ну, конечно, если не будешь где-то там закрываться в маленьких уголках этих карт и сидеть до самого... В смысле, почему уже... Я чуть не понял, а почему уже игра началась? Так, ладно. Стасик, в темных коридорах, если тебя не зомби ожидает, значит будет Эдисон тебя ожидать. Мия, ты что, Стасика защищаешь? Нет. Кого? Ты первый бой. Стасик, привет. Так, один уже ливнул почему-то. Он стоял рядом со мной, я помню. Мия! Да тихо, Мия, не надо драться. Мия, ну я же мирный Эдисон. Ну что ты дерешься, Мия? Мия, ну... Мия, не дерись по... Мия! Никич, ты чё? То есть два на одного? Ты офигел? Опа! Так, Никич... У меня пол хп было. Никич со спины, Никич, так нельзя, Никич. Прекрасно, просто прекрасно. Мы любим эту карту, мы очень сильно ее любим. Слушай ты! Никич, будешь драться, будешь наказан. Так, ну так неинтересно, ну какие гасты, ну... Никич! Все на Никича. Да. Никич, как ты там пробежишь? Может, он нагрузит с камнем? Нет, нельзя, Константин Петрович. Никич, короче, у тебя просто идеальная, да, схема была, как я понял? Тупо. Никич! Ладно, прекрасно. Ой, у меня аж пресс заболел, на самом. Все, нельзя так смеяться больше. Все, мы опять играем до 30 или до 35. Как думаете? А на какой рычаг ты нажала в прошлый раз, Аляша? Тебе показать? Покажи, пожалуйста. Не нажимайте только, пожалуйста. Вот это? А что такого? Ну попробуй, наверное. Сколько, как много, как много всего. Кто прибежит? Ну эти... Кто умер? Мия! Мия, как ты умерла? Скидываем. Кеню скидывайте. Уйдите. Так, уходи из нашего дома. Нет, иди в свой домик. Зачем ты сюда идешь? Нет. Это лисья нора, пошел отсюда. Мы тут выживем или нет вообще? Эй, Аляша. Да сам ты, Аляша, пошел. Ты понимаешь, Стасик, то, что я... Простите. Стасик, я наоборот тебе помог, чтобы ты понимала. Кеня, все, мир, Кеня. Кто такая Кеня, объясните? Кто такой Эдди? Аляша... Да не бей ты меня, пожалуйста, я ж тебе не друг. Мия, ну хватит. Мия, уточка, королева уток, хватит. Хлебушек убегает! Хватит, ну, блин, Мия, ну не надо. Да что там за разборки? Никич! Кто умер? Меня убила утка. Кто умер? Я умерла.
Я молчу. Будет Get Inside или Evolve? Да не будет Get Inside, до свидания, всем пока, всем пока. Да, в принципе, бомба, а, да, она маленькая, она маленькая, она маленькая, она не взорвется даже. А, черт. Ну ладно, в этот раз все выжили. Опа! Мия! Пошел от меня, уйди, нет, Тим. Какая Тим? Какая Тим? У нас нет Тима. Большая. Аляша, Тим, Кеня. Блокшторм! Вы закройте себе там проход. Я лучше бегать здесь буду, чем с вами общаться. Нет. Алло! Аляша, ты куда? А, все. Сам ты Аляша. Слушай, не я Аляша, а ты Аляша. Тебя еда нельзя говорить. Я чуть не улетел. Ники чуть улетел. Я рад. Ники специально просто умирает в этой серии, мне кажется. Поверьте. Я не понимаю, что с Ники чем происходит в этой серии, честное слово. Да он специально умирает, вы не видите это? Соглашаюсь. Не впускайте его. Нет! Давай в мир! Давай в мир! Тихо-тихо. Собаки подписяки! Понимаете, весь сервер против меня! Я чё, читер? Как я выжил? Мия, о, я тебе мстить буду сейчас до конца дней, Мия. Ой, ты доигралась. Ой, Мия, чтоб ты знала, как тебе сейчас плохо будет. Ой, уйди. Давайте, Тим, пацаны. Это я, это вам, Мия. Что ты тут забыл? А, окей, хорошо, Мия, хорошо, хорошо, радуйся, Мия, что хорошо. Сейчас видео, я не начал. Хорошо, хорошо. Какой сейчас кто-то врагов меня себе наживает. Кто-то врагов. Алло, в смысле, кто умер? Что? Подождите, кто только что умер? Почему мне коин дали? Мне тоже. Мне тоже. А, это Никич опять просто суициднулся в яму. Нет, это Костя, это Костя. Это Костя? Костя, да, это Костя. Я залагала что-то. Хорошо, Мия, хорошечно. Ой, 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 Мия, ой, хорошо. Ой, 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 я пошел вниз, так что до свидания, я лучше в ад пойду. До свидания, да. Нет, пожалуй, нет, 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 так кто-то прикол, то, что она внизу была. Я же видел. Подождите, а кто выжил? Кто умер, кто выжил? Я видел тебя, Аляш. Ой, Аляша, вот именно, Аляш. Самый умный человек сказал то, что он пойдет вниз и там спрячется. Но самый прикол то, что бомба именно там и появляется. Хлебушек, готин. Хлебушек. Хлебушек. Ну хлебушек. Я мира, ты первая мышь. Ну ладно, умри, хлеб. Зря туда полез? Почему я зря туда полез? Да мне здесь нормально. Ой, как ты вышел? Я не знаю, у меня ПП. Господи. Мия! Да кто? Я умер. Это из-за хлебушек. Хлебушек. Ой. Так, до свидания. Ой. Вы тут живите. Ой. Ой. Так, выпустите меня! Алло! Мия, беги, беги, Мия! Я твою мать. А, я выжил! Я жив, слышь. Ты сам не знаешь, что? Что, пацаны? В доме тоже можно. Посмотрите. Да, в доме тоже можно выжить. Я, в принципе, там и выжил нормально. Мое да. Дерево, чур мое дерево. 18. Чур пошел, дерево мое. Молчите все молча, у меня 0 коина. Да сколько вас много, как много голосов-то? Да, господи. Так, надо наверх. Ай. Так, до свидания. Открыли рот самому главному. Это не мое дерево, ага. Я вам отдаю. Да, это тоже не мое дерево. В принципе, мне здесь нормально, мне здесь нравится. А, нет, все больше не нравится. Господи, господи. Ники сейчас станет меня, это что, любил? Мне бы хотя бы один коин. Так, нормально. Валим. А, Б, да? Ууу, кто там на кого упал? Опять хлебушек, опять хлебушек ливает почему-то. Хлебушка просто выбрасывает каждую секунду. Сейчас это моя точка будет, Мия, сейчас это моя точка. Не-не-не, так, Get Inside отвечаю. Ну, хорошо. А, ну хорошо, гасты тогда. Посидеть можно.
Посидеть, да, можно посидеть. Подожди, а где можно посидеть? Где гасты вообще? А, вот газ. А, пап. А, куда? А с кого они стреляют? Хлебушка. Мне кажется, ему там нормально, да? Хлебушек, ты что делаешь? Хлебушек, что, бессмертный или что? Ты смотри на него, он бессмертный! Что происходит? Он бессмертный! Он залаган, жесть, посмотри на его пи... А, нет, он был нормальный практически. Умри! Я ничего не понимаю! Почему он не умирает? Он... Вот что это сейчас было? Он задал просто в воздухе, посмотри, что у него с интернетом? Ему 30 раз нужно было попасть в него гастом, чтобы он наконец-то умер. Кого? Чье здание? Моё вот эта белая штука, короче, огромная. Да, какая? Белая. Какая штука огромная? Белая. Давай, иди сюда, нажимай на рычаг. Я не понимаю. Рычаг. Какой рычаг? Я туда не пойду. Какой рычаг? Кому? Спасибо. Я выжил! Нажимайте, давайте! 28. Да неправда! Да нет. Подожди, Мия, ты умерла. Я да? выжила сейчас. Как ты выжила, если тебя утопило? Я добежала. Я видел то, что тебя утопило, Мия. Это не я. Короче, я могу официально заявить то, что самая большая мышка здесь не Стасик, а все же Мия. Да? Не пускайте это, Эдисона. Нашу территорию. Какую вашу территорию? Не подходи! Я на этой территории был до того, как вы меня смотреть начали, мне кажется. Ну нет, ну пожалуйста. Это месть. Это была месть. Подождите, я что, один умер? У меня 30. Да, один. А подожди, кроме меня никто не умер? Да. Ты три раза умер. В смысле три раза подожди. Умер? Подожди, у тебя уже 30, по идее, слышишь? У меня уже 30. Подожди, я сейчас ничего не понял. В смысле я три раза только что умер? Хлебушек психанул. Мне 30. А почему? То есть я умер один раз, а вам засчитало 3 коина, да? Подожди, Никич еще. Я вообще ничего не понимаю, честно, что происходит в этой жизни. Ладно, у меня 26. Ну, это все потому, что в этой серии на меня, к сожалению, весь сервер просто сагрился. И Мия меня убила 3 раза, и Аляша меня 2 раза умерла. Поэтому, Аляша, ты сейчас до конца жизни, я тебя буду называть по 300 раз Аляша за одну серию, потому что ты меня 2 раза подставил. Да еще и Мия меня 3 раза подставила. Как выйти? Мия, бежи! Не подходи к нам. Я боюсь. Уходи. Уходи Пошел. Ты, Аляша, уходи ты. Слышь, Аляша, я на мероприятии, когда встречу Аляшу, я ее попрошу тебе что-нибудь сказать хорошее. И что? И что? Что ты ей попросишь? Придумаю. Мия, не бей, не подпускайте его. Тихо, спокойно, там это кто-то идет. Это кто-то. Пошел ты. Я говорю, меня каждой серии подставляешь. Костя, только посмей, Костя, только посмей. Костя, только посмей. Посмотри назад. 31. Ладно, Костю можно забанить на всякий случай. Мне кажется, ему там лучше будет. Ой, нечестная игра, вообще нечестная. В бане я имею в виду. Вообще нечестная игра, весь сервер против меня, но мне кажется, я это заслужил, ладно. Я тебе не трогала. Ты это вообще заслужил, не говори. Я заслужил, ты заслужил пожизненно Аляшей называться, поэтому все, Аляша, тихо. Да блин! Да, спасибо большое всем за просмотр. Я уже просто не могу, честно. Наркоманские серии просто зашкаливают. Если ты хочешь продолжение, если ты хочешь видеть новую серию лучшего Майнкрафтера, подписчика, ютубера и прочее, ставь лайкусик, подписывайся на канал, и в следующей серии я и Мию, и нашу любимую Аляшу, и всех остальных. Спасибо большое за просмотр, всем удачи и всем пока.